Михаила Саакашвили выслали из Украины. Меня зовут Фарида Курбангалеева. Здравствуйте. Представитель Госпогранслужбы Украины подтвердил, что Михаил Саакашвили депортирован в Польшу. Ранее лидера движения «Новых сил» и бывшего президента Грузии задержали в центре Киева. Напомню, в прошлом году Саакашвили лишили украинского гражданства. Защита политика утверждала, что до окончания судебных разбирательств его нельзя выдворять из страны. Но в Министерстве юстиции заявили, что не видят препятствий для депортации. В киевском аэропорту находится наш корреспондент Владимир Рунец. Он выходит на прямую связь. Владимир, здравствуйте. Что сейчас происходит в Борисполе? Владимир, вы слышите меня? Здравствуйте, Фарида. Действительно, мы находимся в международном аэропорту Борисполь. Здесь также находятся и соратники Михаила Саакашвили, их несколько десятков. Время от времени возникают перепалки между представителями правоохранительных органов полиции и госпогранслужбы, и поклонниками Саакашвили. Вот прямо сейчас они кричат в одном из проходов к паспортному контролю. Однако, по информации государственной пограничной службы, он уже находится на территории Польши. Почему именно Польша? Потому что летом прошлого года, Михаил Саакашвили, по мнению украинских властей, незаконно пересек границу именно с польской территории на территорию Украины и по украинским законам должен был вернуться в государство, из которого сюда прибыл. Пока что у меня вся информация, следим за развитием событий и дальше. Спасибо, Владимир. На прямой связи из киевского аэропорта был наш корреспондент Владимир Рунец.